Всем привет, с вами Таля, звездный мастер, и покажу, как проходит регистрация для стран СНГ и постсоветского пространства. Заходим на Global сайт, вы можете выбирать языки, выбираем то, что вам удобнее, в данном случае русский. Hub Atomy, нажимаем кнопку Join. Выбираете здесь страны. В данном случае выбираем вот Украину, к примеру. Нажимаем на перейти на сайт. Далее выходит такое окно, информацию об участнике. Да, у меня есть спонсор, нет у меня спонсор. Выбираете, да, у меня есть спонсор. Далее идем. У вас выходит такое окно. Здесь нужно пройти несколько этапов. Информация об участнике. Здесь правила. Вы прочитаете их. Ставите галочку, нажимаем кнопку голубую Next. Далее идут условия положения. Тоже можете прочитать, ознакомиться, согласиться, Next. Далее подтвердить. Здесь мы пишем обязательно имя латиницей. То есть, если у вас там есть какое-то имя ваше, пишите латиницей. Например, там Ирина Микула. Это я примерно говорю. То есть, и дата рождения, к примеру, 82-й, там 2-03, 3 февраля. Выбираем телефон, сначала регион Украины, и вписываете номер телефона. После того, как вписали номер телефона, нажимаем на кнопку «Подтвердить». Далее для стран постсоветского пространства нужны паспорта. Вы пишете «Согласие» и вписываете номер паспорта. В принципе, не надо пугаться, зачем нужен номер паспорта. Паспорт нужен для вас в первую очередь, потому что в отличие от европейских стран, в ваших паспортах написаны имена на языке, на своем языке, который не латиница. То есть грузинский, армянский, там другие языки, украинский, они отличаются от латиницы, поэтому, чтобы потом не, а вы при открытии страны будете входить через страну по своим документам внутренним, а в структуре вы будете записаны латиницей, для этого нужны паспорта, чтобы вы определились, и потом, так как вы не просто регистрируетесь, а становитесь в систему, и под которой будут также люди стоять. Вы занимаете хорошее положение, и благодаря этому, чтобы потом подтвердить свое, что этот человек, который зарегистрирован, это являетесь именно вы. Поэтому не надо переживать, просто вносите. Поэтому заранее возьмите там загранпаспорта. Можете загран, можете обычный свой внутренний паспорт, кого какой есть, и загружаете с лицевую сторону и вторую, обратную сторону, если есть. Нажимаю кнопку Next. Далее, так как национальность уже определили, теперь выбираем и пишем имя в точности, как в вашем паспорте. Так как в стране СНГ свой язык не латиница, поэтому вписывайте так имена на языке вашей страны. Потом выбираете пол, вписываем пароль. В пароле должно быть более 8 символов, содержать и цифры, и символы, и какие-нибудь из букв, ну, буквы и определенный символ. Поэтому восклицательный знак и цифры должны быть. К примеру, гостевой пароль, делаете буквы и какой из специальных знаков. Проще всего Atomy восклицательный знак, у вас пройдет гостевой пароль. Дальше вставляем email. В
Вписываете адрес. Адрес надо написать две строчки. Можете делать даже неполным. И нажимаем на кнопку Next. Далее переходим к самому важному шагу ID спонсора. Вносите ID спонсора, нажимаете на поиск, потом выходит окно, в котором вы смотрите, под кого вы идете, и нажимаете на выбрать. Вносите, нажимаете на кнопку, и здесь вам придется выбрать центр. Выбирайте центр, ту страну, из которой вы хотите, чтобы вам была доставка. То есть, например, если это Россия, то российский как его центр, можно центр своего спонсора. Также, либо, может быть, если вы хотите из Кореи получать, то прикрепляйте к корейскому центру, чтобы получать посылки. И наш центр, ну, наших спонсоров центр, это Сеул. Он легко находится, вводите английскими буквами, делайте поиск, и оно выйдет, и нажимайте на кнопку «Выбрать». Далее «Next». И поздравляю, регистрация завершена.